Дорогие друзья, когда я услышал эту песню впервые, мне захотелось в Болгарию. Кстати, услышал первый раз в жизни эту песню я совсем недавно. В фильме, который имеет такое странное название «Без сына не приходи». Вот. И мне сразу захотелось эту песню разучить. И, как я уже сказал, захотелось съездить в Болгарию. Поехали. Запутал в левой руке во втором куплете, хотя кажется, где здесь можно запутаться, все легко. Но главное, чтобы эта песня вызвала у вас какие-то, может быть, патриотические чувства, потому что красота этой мелодии, красота текста этой песни, конечно, заслуживает уважения и вызывает восторг. По крайней мере, у меня. Надеюсь, у вас тоже.